Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Сколько я тебе за ведро обещал вам двоим? Еще по 100 рублей, быстренько. Итого сегодня будет... Так, Саш, ты что выбираешь? Выбирай все подряд. Это на семена. Вот, подпорченное... Запомни, Лера, может, ты запомнишь. Подпорченное полезнее для семена. Я знаю, да, это уже перезревшее. А вот которое упадет, еще зеленоватое, я заставляю лежать неделю-две. Так. Потом я вас познакомлю с... Нет, Аленушку мы уже пробовали. Нет. Так, клади. Еще немного, и у вас по 100 рублей прибавка. Итак, сварок. Итак, я знаком с одной из авторов этого сорта. Вот. Ага, 500, разбежался. Так, значит, Барнаульский институт имени Лисавенко. Вот, одна из сотрудниц. Привет, я Лиза. Она же директор Шушинской опытной станции садоводства. Вот, Байкова Галина Николаевна. Она же у меня была, подтвердила сварок. Урожай каждый год. Высота дерева до 15 метров. Вот, собирал 40 ведер, все собрать так и не смог. В этом году урожай маленький. До сих пор собрано всего 6 ведер, это 7-е. Вот, а осталось, это примерно, как будто и не собирали. Так, почему я это все показываю, рассказываю? Один из лучших подвойных материалов. И кушать... два в одном флаконе. То есть и кушать можно из супермаростойки подвой. Вот, деда. Вот. Чем хорош? Совместим с почти со всеми. Я не говорю со всеми, я все перепробовать не мог. Деда, он сказал, он уже не будет собирать. Так. Я одна. Ну а что делать? Как вы 200 рублей делить будете? Тогда ему 50, а мне 100. Ну, тебе 150. Мне 150? Но если он не будет собирать, ему 50, тебе 150. Ну давай. Он не собирает просто. Но я устала, потому что... А, ну все, значит, остался без денег. У меня строго рыночные отношения. Капитализм так строим. Я устала. 30 лет назад было сказано, мы строим капитализм, у нас все будут счастливы и все я богаты. Я устала, дед. А я тебя что, заставляю? Лера за тебя собрала. Так, теперь поищем маньчжурские орехи. Смотрим сюда. Так, мне нужна маньчжурский орех. Неужели уже все отошли? Я их собирал. А показать? А? У меня полное ведро. Вот будешь делить 200 рублей на двоих. Детям выгодно собирать. Двойная норма. Все, нашел. Может, мне 150, а Саша 60? Так, потом будем делить деньги. Потом. Не мешай, фильм снимаю. Я ищу маньчжурский орех. Уже ни одного не осталось. Отошли. Хотел показать живьем. Есть, которые в прошлом году был сильно большой урожай. Я их не мог собрать. И получилась вот такая картинка. Сейчас присяду. Вот, они так и лежат. Это старые, прошлогодние. Вот. Ну, где хоть один-то? Показать живьем. Я живу. Этого года. Живу. Так. Что, Саш, будем искать. Вот эти, Саша, вот эти орехи. Вот эти орехи, они. Прошлогодние. Да, я их не беру, потому что они могли потерять схожесть. Да. Давай поищем свежие. Поищем свежие. О, нашел. Смотри, Саша. Гляди внимательно. Да, орех маньчжурский. Как убеждаемся? Смотри. Да. Вот так. Да. Снимаем кожуру. И подсушиваем и продаем. Ну кто? Так, вот это вот. Вот эту вот. Смотри, Лера. Ее надо посадить. Найдем место?
Я хочу, чтобы у тебя был свой персональный орех. Хорошо. Хорошо? Держи. Сейчас закончим съемку. Тащи лопату, Саша. Ты же таскал ее. Лера! Не мучай ребенка, пусть он гниет. Так, все, друзья. Мы пошли садить орех. Благодарю за внимание. Господи, сколько добра пропадает. На рынке она есть. Ее распространяла именно Шушинская ГСУ. На рынке такие продают. Не самая вкусная, но вполне съедобная. И очень сочная. Но у нас она идет только на семена. Остальные в качестве... Внимание. Остальные в качестве перегноя. Благодарю за внимание. Да.